В Армении в рамках программы «Библия школам» тысячи учителей получили Библии, сообщает агентство CNL со ссылкой на пресс-канцелярию первопрестольного Чмиадзина. Первый этап этой новой программы Армянской апостольской церкви уже завершился. В ее рамках с благословения католикоса всех армян Горегина II и при поддержке министра образования Армении Армена Ашатяна с 22 октября в разных регионах республики проходили встречи с преподавателями школ по истории Армянской церкви. Специалисты Центра христианского воспитания Армянской апостольской церкви и Библейского общества Армении посетили многие школы. Во время этих встреч и были подарены Библии.